А перед началом этого ролика я бы хотел сказать, что серии выйдут не в порядке, в котором я их снимал, потому что серия с геймплеем весит гораздо больше, и загрузить с мобильного интернета я ее не смогу на YouTube. Вот, поэтому предоставляю вам серию с open кейсом, где я открою 10 кейсов. И вот уже сегодня, скорее всего, когда вы смотрите этот ролик, ночью выйдет обновление, и я уверен, что выйдут новые кейсы, вот. И поэтому, кому не жалко для серии, отпишите мне, если вам вдруг выпадет, то я открою с удовольствием, вот. Все, приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами Михастик, и со мной сегодня опять Саня. Здравствуйте. Вот, сегодня мы наконец-таки открываем кейсы. Это долгожданный момент, когда мы можем открыть кейсики. Так, вот у меня есть 10 ключей, уже 10. Вот, за это тоже спасибо ребятам, которые помогли. Вот, давайте тогда начнем, что томиться. Как ты думаешь, мне что-нибудь выпадет сегодня? У тебя есть вообще... Black Market. Black Market, да? Ну, не знаю. Чем бы нацепить на себе? Ну, в общем, ты готов, да? Ты готов? Все, я открываю. Открываю первый кейс, ладно. Давай. Все, открываю. Так. Так вот, анимация проходит, и у нас падает. Падает. Ну. Я же говорил, я неудачник. Эти, как декали синие падают. Ну, у нас еще 9 кейсов впереди, может, какой-нибудь пореже шмотка выпадет. Да, окей. Нет, мистер Декаль пролетела. Она была так близко. Это нечестно. У чувака, на котором я смотрел стрим, там у него 80 кейсов, у него там 5 раз было близко. Давайте, у нас еще 7 кейсов вроде остались, или 8 кейсов вроде. Давайте брейкаут, ну и, или хотя бы, ну, хотя бы брейкаут снейк скин, уже хорошо. Уже сначала положено, хороший шмоток. Да, уже фиолетовое, уже, это радует. Растешь. 7 кейсов, так. Если под конец выпадет мистическая декаль, это будет очень круто. Две пролетело. Ну и... О, Такуми Дисторшн. Круто, хорошо. Может даже в конце скрафтим что-нибудь. Брекаут. Так, 6 ключей. Из 4 выпало 2 фиолетовые. Капец. 3 или 4, 5, 6, 7. Black Market пролетело. Да? Да. Ну, это что такое? У меня сверху гипернова, снизу черная материя, посередине декаль на Масамуне. Ну вот, видишь, твоя любимая машина, наконец, у тебя будет декаль. Ты уже выпадала сегодня. Понимаю, если бы один раз выпала, но у меня уже есть такие. Это уже пятый вроде. Пятый кейс, ну пожалуйста, ну хочешь что-нибудь? О, фиолетовое. На Октейн выпадает у нас... Такая вот анимированная. Первое открытие кейсов. Да, первый раз открою кейс вообще. И тебе с первого раза уже не везет. Я не удивлен. Так. Ну, пожалуйста. Black. Тоже она Octane, но уже синяя. Ну. Давай, десятую, короче, с закрытыми глазами. Десятую с закрытыми, окей. У меня осталось 3 ключа, может как-нибудь хочешь открыть, не знаю, может понажимать тут можно что-нибудь. Давайте на брейкаут понажимаем. Я могу на тебя покликать. Ладно. Молчание и... Ну, брейкаут, ну пролетел, ну нет. Так, у меня 2. Давай я 2 тогда с закрытыми глазами открою. Нет, это не круто. Давай один. Только последний. Последний, только последний. Мистер Радикаль, пожалуйста. Она в самом начале, ну так нечестно, 2 уже пролетело. 3. Ну пожалуйста, ну хоть что-то, ну
Хоть, ну, нет, она пролетела. Брикаут! Брикаут! А, да! Брикаут! Yes, хорош. Yeah. Обмазался. И он обычный. Ну, фух, брикаут выпал у нас. Теперь есть брикаут. Это очень круто. Итак, опять. Последний. Последний. Давай, ключик. Последний. С закрытыми глазами. Все, я закрываю. Видишь, я на тебя покликал, тебе брикаут. Сейчас, сейчас. Использовать ключ, все. Я закрыл глаза, все. Я закрыл глаза. Я тебя еще покликаю. Я закрыл глаза. Открой через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. О, сертифицированная на Такуми. Хм. Ну ладно. Ясно, хоть что-то. Хоть что-то, да. Причем неплохая сертификация страйка. Давайте попробуем что-нибудь вообще скрафтить. Можно? Да, я могу из этого на фиолетовую что-нибудь. О, тройка выпала. Скрафтил тройку. Нормально. Так. Блин, прикольно переливается этот. Это. Иглкипер. И. Так, я трейлер. И. Черная материя. Хм. Ну это не очень круто. Уже две их у меня. Не могу еще что-нибудь поменять? А, все, не. Вроде не могу больше ничего. Какой брекаут? Брекаут, да, брекаут вот выпал. Давайте даже поставим. Так, света. Нитро. Че на нем поедешь? Фух, ну круто, круто, уже хоть что-то выпало. Я уж думал, ничего не выпадет, но выпало. Если ты еще один скраб в ноль вышел. Да, да, скорее всего. Так, ну, немножко не окупились, конечно, но уже хоть что-то. Не все декали. Вот. На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось это небольшое открытие кейсов. Пишите в комментарии, если хотите видеть еще открытие кейсов. Вот. С вами был Михасик и Саня. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.